Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Представители этого имени осознают, что появились в этом мире не для того, чтобы развлекаться, избегать обязанностей и ответственности. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.